Здравствуйте, мои дорогие зрители! Мы находимся в аэрокосмическом центре в городе Днепропетровск. На сегодняшний день это единственный музей истории космической техники на территории Украины. То у них огромный потенциал, и они, в общем, у них такой техники, ни у кого в мире больше такой техники нет. Поэтому, как бы, СССР, ну, было и главной целью, и была такая, ну, не столько, как бы, неофициальная информация, а непроверенная информация, что вроде бы как Америка собиралась нападать, и должны были подвергнуться нападению около 70 городов, так, на тот момент. Поэтому, как бы, Советский Союз решил, что им нужно срочно наращивать боевую мощь, чтобы как-то защищаться от этого. У нас не было специалистов, естественно. Были специалисты в Германии, куда и направились, как бы, ученые СССР на тот момент. Был такой конструктор в Германии, Герман фон Браун. Он создал первую ракету, которая вообще была, Фау-2, в 43-м году. Ну и наши специалисты отправились, как бы, им, у них было первое задание, это обучиться самой техники и создать копию этой ракеты. Они вернулись уже через 2 года, и уже через 2 года у нас было первое конструкторское бюро. Его возглавил Сергей Павлович Королёв. И, в общем, в этом конструкторском бюро в 48-м году была разработана первая ракета. У нас есть макет этой ракеты. Это вот самая маленькая, это полностью копия ракеты Фау-2. У нее дальность полета была 2000 километров, то есть, как бы, преодолеть, поэтому надо было разрабатывать дальше. Ну и, то есть, как бы, разрабатывалось более, как бы, детально другие ракеты. Вот эта вот ракета, следующая, которая после Фау-2, ну, после Фау-2, вообще это R1, R4, она была следующая, и она уже имела дальность полета 600 километров, дальше, чем это. И следующая ракета через 2 года появилась, в 1952 году, была дальностью полета 1200 километров. А скажите, а стратосфера это сколько километров? То есть это уже практически, ведь аэрозонд, они летают как раз в стратосферу, это считается как бы ближний космос. Ну да, ближний. Они как бы не работали именно на этот. Ну, больше, чем тогда работали, ну, понятно. Работалась только дальность полета, да, чтобы это могло достать, перенести вот этот атомный заряд, который была разработана, атомная бомба, перенести вот атомный заряд через океан. Но они не доставали. Какая была точность? Точность была 15-30 километров. Вот такая вот была точность. Чем были плохи эти ракеты? Они работали на низкокипящем топливе. То есть топливо было медицинский спирт, а окислителем был жидкий кислород, который кипит при температуре минус 175 градусов Цельсия. То есть он в обычных условиях уже кипит, и он быстро выкипал. Поэтому время действия заряженной ракеты было 20 минут. Ну, то есть совсем мало. Было принято решение выпускать эти ракеты серийно. Ну, то есть хотя бы для защиты, то есть установления их на боевое дежурство. Военные, как бы, не очень охотно приняли, не слушали. Я хочу еще сказать своим зрителям на канале, что мы находимся в Днепропетровске, в аэрокосмическом центре. И вот очень симпатичная и талантливая девушка только мне ведет целую экскурсию. В Днепропетровске был построен первый аэрокосмический завод, который работал на весь Советский Союз. И правая рука Королева в Днепропетровске, ученый по фамилии Янгель, да? Михаил Янгель. Так. Он построил наше конструкторское бюро в Днепропетровске. Он именно и занимался самой, как бы, ракетостроением в дальнейшем, так как Сергей Павлович занимался просто освоением космоса. Ему, ну, это было его желание, и так как он сделал первую ракету, уже, как бы, руководство не могло отказаться от того, чтобы, как бы, не удовлетворить его просьбу в этом плане.
Михаил Кузьмич Янгель создал вот следующую ракету. Это была уже ракета на как бы высококипящем топливе. Здесь были как топливо использовались промышленные яды, а в качестве окислителя элементы азотной кислоты, которые кипели при плюс 30 градусах Цельсия. То есть уже как бы при обычной температуре они в основном не выкипали, и поэтому срок нахождения на боевом дежурстве данных ракет уже был, ну, увеличился с 20 минут до 30 суток. То есть военным это уже больше понравилось. Но такая ракета имела дальность полета 2000 километров. Она все равно не долетала до берегов. Поэтому ее продолжали развивать. Чем еще была хороша эта ракета? Тем, что вместо радиосигнала здесь уже была система самонаведения. Это позволило увеличить точность до 1,5 километров, точность стрельбы. Следующий был разработан ряд ракет, которая, вот вторая вот ракета, она имела дальность стрельбы 4500 километров. Третья ракета, дальность стрельбы 7500 километров. Именно третью ракету на тот момент Хрущев вывез. Она участвовала в Карибском кризисе. Именно третья ракета наконец доставала до берегов Соединенных Штатов. И уже как бы наши ученые, наше правительство как бы угрожать начинали. Скажите, они по высоте были тоже как бы выше и выше, да? Да, они все время выше и выше. У нас ракеты представлены в размере 1:25. Угу. Или еще одна ступенчатая ракета. Четвертая ракета имела дальность полета 10 тысяч километров. Именно эта ракета уже доставала до берегов. Не только до берегов, но и покрывала территорию Соединенных Штатов. Это была реальная угроза, после которой Соединенные Штаты решили, что им следует начинать защищаться, искать способы. И они построили, ну, решили проект противоракетной обороны. Начать и построили. Это была еще не круговая противоракетная оборона, это была противоракетная оборона северной и западной стороны, ну, как то есть ближайшим к Советскому Союзу. Следующие ракеты были именно разработаны именно с целью того, чтобы преодолеть эту противоракетную оборону. Эта ракета была разработана уже не с одним боевым зарядом. Эта ракета несла в себе уже 10 боевых зарядов, каждый заряд имел эквивалент по тротилу 100 тысяч тонн. То есть одной боевой головкой можно было снести наш Днепропетровск, город полностью превратить его не просто в развалины, а в пустыню. Это была одна боевая головка. Эти боевые головки действовали на 500 километров по фронту и 2500 километров в воздухе. Ну, эта ракета имела дальность полета 16,5 тысяч километров. Почему они опять увеличили дальность полета? Потому что круговая оборона США не была еще круговой, поэтому решили достать с самой дальней стороны, с южной. Ну, конечно, Соединенные Штаты после этого как раз и решили сделать ее круговой, именно потому, чтобы эта ракета уже не доставала. Чем была оснащена следующая ракета, следующая модернизация? Следующая модернизация была тем, что каждая боевая головка имела как бы свой интеллект, свою систему наведения, свою программу и свою траекторию. Траектория полета была не просто какая-то кривая, а любая математическая кривая, которую могли заложить в программу на тот момент. И помимо этих 10 боевых головок было придумано оснастить ракету 16 ложными блоками. Нельзя было распознать, какая боевая головка, а какой ложный блок. Поэтому тогда уже нужно было как бы противоракетной обороне Америки уничтожать 26 блоков. Не 10, а 26. И последнему совершенству... Так она разделялась в воздухе? Разделялась в воздухе. Ну, как бы, эта ракета, еще два усовершенствования. Они забрасывали боевые головки с орбитального полета, вот как головки приходили, они забрасывались. Это было удобно, более удобно, потому что был более разброс, больше. В том году было решено, Королёв остался в своем конструкторском бюро и разработал космическую тематику. А Янгель уехал сюда, тут был назначен, разрабатывал военную тематику. Так вот, у Королёва были успехи. В 1957 году Королёв запустил первый спутник в космос. После этого с Академии наук на него посыпались заказы, как бы создать уже серийное производство данных спутников, и чтобы эти спутники исследовали околоземное пространство. Королёв не мог, опять же, наладить серийное, потому что у него был там опытный завод. Он не производил такого количества спутников. Королёв обратился, опять же, к Янгелю, и в 1957 году у нас была, опять же, открыта новая ветвь. В конструкторском бюро и в заводе в самом новая ветвь для разработки, для уже конструкции этих спутников. Королёв же дальше в дальнейшем занимался пилотируемыми полетами. То есть он перестал заниматься
всех пор спутниками после того, как он первый выпустил. Он занимался пилотируемыми полетами, ну то есть, как бы, собственно, полет Гагарина — это уже детище Королёва. Янгель же, как бы, принял у Королёва пост и продолжал выпускать серийно спутники. То есть у нас в Днепропетровске были выпущены спутники Днепровский-1 уже скоро. Это было в наши разработаны уже Янгелем и сделаны у нас на ЮМЗ. У нас висит Днепровский-4. Днепровский-1 висит в нашем историческом музее. Это Днепровский-4. Еще, кроме Днепровского, этого 4-го у нас были выпущены все спутники наподобие следующего помещения. Их всего было 11 штук выпущено. У них была герметическая камера с давлением в одну атмосферу, ну и температура постоянная поддерживалась до плюс 40 градусов. От 0 до плюс 40 постоянная температура поддерживалась. Кроме этого, у них были химические аккумуляторы, ну как у нас в мобильных телефонах, и, ну, собственно, приборы, которые исследовали околоземное пространство. Но эти спутники были не так хороши, околоземное пространство не удалось полностью исследовать. Поэтому, как бы, дорого было. Дорого выпускать чересчур эти спутники, постоянная подготовка. Подготовка была тоже около 40 часов, и для каждого надо было заново. Ну, как бы, Королёв пришел, что еще тогда Королёв, это как бы была еще его разработка совместно с Янгелем. И он говорил, что для каждого нужен свой отдельный ракетоноситель. Ну, то есть это было чересчур дорого. И Янгель поехал к руководству и сказал, что вы добавьте мне денег, а я вам сделаю другой спутник, который уже полностью исследует околоземное пространство. Руководство сказало, нет денег, естественно. Поэтому Янгель предложил такую задачу. Давайте сделаем международную, ну, как бы, программу. Ну, руководство было в шоке, потому что Янгель был генеральным конструктором наших этих вооружения нашего, поэтому раскрывать его общественности не было. Но все-таки через время они ему уступили, и он был просто как член Академии наук наш раскрыт. Не как генеральный конструктор наш, а как член Академии наук. Были разработаны программы «Интеркосмос» раскрытого, там было 38 стран участвовало в этой программе. Было разработано не только нами, но вообще в этой программе 25 модификаций спутников Земли. Две из них вот у нас стоят. Собственно, они оснащены уже солнечными батареями, потому что химические батарейки действовали не очень долго, около 20 суток. Солнечные батареи расширили время действия спутников на орбите, собственно. Скажите, пожалуйста, а вот эти вот первые спутники, они были на каком топливе? Они были просто на химических этих аккумуляторах. Не было топлива. Именно дорогостоящий элемент, на который я не просил деньги, и были солнечные батареи, собственно. 22 модификации из 25 программы «Интеркосмос» были разработаны нашим конструкторским бюро, и абсолютно вся программа технически осуществлялась именно у нас. Угу. То есть больше ни одна страна из всех 38, которые участвовали, не давала, как бы, ну... Вот эти вот спутники, самые первые, они еще не поддерживали орбиту, и срок их жизни был всего 20 суток. Потому что, вращаясь вокруг Земли, они приближались, и через 20 суток они просто сгорали в атмосфере. А вот эти спутники, это уже более современные, у которых была солнечная батарея. А какой из них первый? Интеркосмос-1. Ага. Это Интеркосмос-4, а это 1. Так, это Интеркосмос-4 и Симбион. Вот чем современнее спутники становились, тем они были больше. Они вращались вокруг Земли за 90 минут и позволяли полностью исследовать околоземное пространство. В отличие от вот этих, полностью исследовали, то есть пока Земля вращалась, пока они вращались вокруг Земли, то есть поворачивалась новая полоска и было, ну, полностью позволяло исследовать. Военные, когда узнали, что у нас есть такая технология, которая полностью исследует околоземное пространство, они решили, что нужна и им такая технология, то есть чтобы Янгель разработал спутник, который бы исследовал и земную поверхность. Это было, конечно, в цели шпионажа. И поэтому уже через пару лет, после того, как был заказ, Янгель разработал спутник, который исследовал земную поверхность. Это спутник еще один. Такой здоровый. You really need to listen to the next 2 hours of A State of Trance. Why? I'll tell you why. Max Graham, remixed by Ali and Fila. Faithless, remixed by Tiësto. Cosmic Gate, remixed by Stoneface and Terminal.
Also coming up for you in the next 2 hours, new album tracks by Lanch, the new Hurricane, Aurosonic, and last but not least... Объекты лабораторами 5 на 5 метров. Шахты и ракеты наших противников в тот момент были 7 километров, поэтому как бы шахты были видны. Поэтому противник решил, что ему нужно лучше замаскироваться. Он замаскировался, и военные попросили, чтобы как бы наши разрабатывались дальше. И поэтому был выпущен спутник «Океан». У него было 12 разных способов смотреть землю. Этот спутник уже, правда, был не только военного назначения, но он уже был как бы... Он, разработка была, чтобы он мог и синоптикам помогать, и так как сначала, изначально он видел только объекты габаритами 50 на 50 сантиметров, а после дальнейших модификаций он стал рассматривать землю вглубь на 5 метров, океан вглубь на 20 метров и арктические льды вглубь на 50 метров. А он мог читать газету? Нет, это, наверное, такие габариты. Хотя, в принципе, наверное, мог, потому что если он вглубь мог рассматривать на 5 метров, то... Может быть, он мог в окна подглядывать, да, когда земля находится под таким ракурсом? Ну, как бы, потому что с помощью него иногда искали полезные ископаемые. А я думал, преступников тоже, врагов Родины. Потом, что там еще? Чистоту, естественно, земной поверхности и морей исследовали с помощью такого вот спутника. Этот спутник уже был поставлен. То есть он уже был не только военный, а еще и полезный для науки. Да, полезный для науки, ну как бы разрабатывать. После этого, после того, как вышел такой вот модификация этого спутника, Соединенные Штаты Америки решили подписать дополнительное соглашение о том, что они больше не будут прятаться, потому что это сильно дорого. Ну, было дополнительное соглашение к разоружению нашему. В принципе, это были, наверное, все спутники. Дальше буду разговаривать про ракеты-носители, идемте к тому. Это был спутник-мишень. На самом деле этот спутник должен был летать в космос, но он так и не попал. Для чего был разработан спутник-мишень? Для того, что надо было тренировать точность наших ракет в космос. То есть это сделано макет спутника, который в космосе не побывал, да? Это не макет, это спутник и должен был летать. Ага, то есть это настоящие. Да, вы что? Дальность, а точность стрельбы в Сатане. Вот было разработано 13 вот таких спутников, которые с помощью вот этих вот антенн, определяли, попали в них или не попали. Отработали насчет 12, 12 остался, вот у нас экспонат. Здорово, видите, настоящий спутник. Вот этот вот спутник именно для тренировки был разработан. И немного места занимает, такой можно даже у себя дома поставить. Компания придет, смотрите, у меня есть настоящий спутник, все, вау. Знаете, у меня дети приходят, а у нас на каждом экспонате висит такой комплиментарный номер. У меня дети сейчас спрашивают, а это цена? Можно купить? Боже, и потрогать даже можно. Сделал бы я такое где-нибудь в Америке, с меня бы взяли штраф, наверное, долларов 200. Сказали, ты что? А вот жалко, знаете, что у вас, как в европейских музеях, не продают сувениры. Да, сувениров, к сожалению, нет. У нас как бы сейчас ситуация и так плачевно с кадрами. Да. А вот этих вот маленьких спутников, которые у нас подвешены к потолку, и в принципе для этих вполне подходили морально устаревшие боевые ракеты. То есть прямо на космодромах с них вынимался боевой заряд, устанавливались дополнительные ракетные блоки, разгонные блоки ракетные, менялась программа и запускались, вместо боевого заряда он нес эти мелкие спутники, собственно, ракетоносители. Это у нас космическая еда. Консервы. То десерт. Похож на кильку в томате. Прикольно был бы космонавт. В космосе бы открыл бы кильку в томате. Да, кофе с сахаром. Кофе с сахаром. Суп харчо. Мясо куриное с мускатным орехом. Творог с орехами, мясо с вермишелью. Гювич, десерт из яблок. Они питались лучше, чем мы. Это резервуар для топлива. Это резервуар для жидкого топлива. А это какая-то штучка, похоже, тоже на солнечные батареи. Что это у нас за ящик? Сейчас мы его откроем. О, все, он открылся. Ура!
Дети, солнечная батарея вот так вот будет открыта. Ага, здорово. Это как бы был этот, сюда помещалась один из дополнительных аккумуляторов, и он снабжался вокруг солнечными батареями. Ну, это было для этих, для дополнительного для спутников. Было уже позже разработано, когда мы еще пользовались более мелкими спутниками. Нашего Каденюка, который летал, это действительно его костюм, который был в космосе, он нам подарил его. Ага. Во время одной из конференций. У него, наверное, запасной был, так что это ну, прям... Он просто не планировал в нем больше летать, поэтому... Так сильно напугался? Не знаю, наверное, его больше не предложили, наверное. Ну, хоть постирал, молодец. Вот мы подходим к кабине самолета. Кабина Як-40, кабина натуральная, действительно вырезанная, до сих пор действующая. У нас приходят студенты, делают лабораторию. То есть мы можем сесть и улететь? Можете, кстати, присесть, понажимать. Хорошо, обязательно. Кнопки не нажимать, а вот педали можно. Я понял, хорошо. Она действующая, но студенты делают, правда, видят только стенку, но им, видимо, хватает для лабораторной работы. О, супер.